Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Маугли. О, эй, добро пожаловать в Кросс-Аут! Ей! Да, вы много нас просили, много лично мне писали, прям чтобы я поиграл в эту игрульку, чтобы ее оценил. Дело в том, что сейчас идет ZBT, и мы даже связались с разработчиками, чтобы они нам предоставили промо-аккаунты для съемки этого добра. Вот. У меня, кстати говоря, как видите, справа вверху почему-то миллион кредитов, но я ими пользоваться не могу, но как бы вы понимаете, это промо-аккаунт, он не мой, и зато можно посмотреть, поснимать, пользоваться конструктором и так далее. Вот, у Маугли, по-моему, там нету этого миллиона. У меня тысяча всего денег тысяча. Мне дали. Да, если мы ими пользоваться не можем, что толку от этой цифры, да? Ну так, душу греет, по крайней мере. Да. Пока мы ищем игру, что, собственно, себя представляет Crossout? Это танки онлайн типа, но в стиле Безумного Макса. Даже не Безумного Макса, а скорее экс-машины, если кто-нибудь помнит, старенькая такая игрулька. Да, то есть мы из мусора, из всяких деталей создаем свою машину. Там прям такой классненький конструктор. Вот я создал свою машину, Маугли тоже там своя такая. Да-да-да, летающая газель. Летающая газель. Вестник апокалипсиса. Да, вот у меня мой первый такой КамАЗ. Надо его запомнить, как типа мой первый КамАЗ. Глядишь, если игра понравится, буду много-много снимать. Вот сейчас первый запуск, я, кстати, не бегал, не играл еще. Вот, но я над ним постарался, да. Вот. И, собственно, ладно, давай пока ждем. Можно просто объяснить, что мы играем за пулеметом, что вот там нам дадут... А, да-да-да, точно. Так. Вообще, получается, вот в бой мы сейчас идем за пулеметом. То есть есть PvP-режимы, которые можно выбирать, и таким образом мы определяем, что мы хотим получить по завершению. То есть, как будто, знаете, выезжаем на свалку, война за какими-то запчастями. Прямо вот, опять же, в том же, как в Mad Max, они за бензаком там ездили. Так и здесь вот выезжают за пулеметами, за кабинами, за остальными составными частями. Вот, я, честно, кстати, не знаю. Вот, возможно, у нас, так как промо-аккаунты, открыто все. А может быть и не все. Ну да, это важный момент, надо отметить, что промо-аккаунт для летсплейщика, он отличается от аккаунта, который дают вам, ну или не аккаунта, а просто ключ к ZBT для, простите меня, простого смертного. Потому что нам дали сразу же две машины, дали деньги, которыми мы не можем воспользоваться, и также на складе мы видим большое количество разных ништяков, которыми можно кастомизировать свою тачку, ну и укреплять ее. Оружие есть, колеса, двигатели, генераторы, короче говоря, очень много всего интересного. Да, и даже есть у нас, как тут написано, реликтовые. О, реликтовые, то есть очень-очень такие редкие, скажем так. Как бы с одной стороны, вот это дает повод думать, что у нас открыто в данный момент все, но с другой стороны, вот может контента маловато, и вот мне кажется, что... Ну вот, что-то можно еще наоткрывать. Можно наоткрывать, там разные наборы есть, и разработчик, он написал, кстати, что если летсплейщик начинает регулярно клепать серии по Crossout, и они пользуются популярностью, то тогда разработчики могут надавать еще больше ништяков, которыми ты можешь потом кастомизировать свою тачку и использовать их в бою. Так что, ребята, обязательно ставьте лайки этому видео, комментируйте, делитесь им с друзьями, чтобы у Левы популярность этого прохождения была максимальной, и он мог бы вас радовать очень крутыми тачками с крутыми редкими вещами какими-то, которые очень сложно завоевать в обычной жизни. Ну да. Ну, тем не менее, я думаю, что когда игра релизнется, то есть сейчас ZBT, да, все дела, там промо-аккаунты, я, наверное, буду играть со своего аккаунта, чтобы все было по чесноку. Мне отлично нравится самому все добиваться. Вот, и, конечно, пока что можно так пощупать игру. А по-другому это и не получится, потому что они ждали только на время, пока ZBT идет. Соответственно, ну, потом-то да, все да, равны есть... окажутся. Да, да, ну то есть будет вайп, и потом, конечно, если вы купили доступ к ZBT, ну, можно, конечно, подать заявочку, можно купить, и у вас будет там машина своя крутая, там, в наборе, ее вам тоже оставят, как бы это все нормально. Вот, тем временем у нас ищется игра, возможно, утро сейчас, и мало кто играет. Я сегодня заходил, примерно это было... дай соврать, 5 часов утра по Москве, и
Полные лобби были. Да? Народ играл, как угорелый. Обалдеть. А сейчас что-то вот прям как-то медленно. Наверное, в школу ушли, да? На каникулы. Не знаю, что. Ну, будем ждать, в общем, до победного. Мы хотим поиграть сегодня. Ну, да. Так, ну что это, мы с... Опачки, ты... Где ты? Где твоя супермашина? Промо 140. О, привет. Чё у тебя? Комбайн какой-то непонятный. Ты тоже поставил сборник урожая прям себе. Ну, у меня, да. Кровавая жатва. О, погоди, головорез ко мне какой-то едет. Да ты чё, давай его гасить. Давай гасить. Беспощаднейшим образом. Понял, чё, у меня не стреляет мои пушки. О, все, пошли. Головорезы проклятые. Какая-то гробовозка. Ты чё в меня стреляешь, слышь? Ты иди сюда, конь. Я очень медленно перезаряжается. Я поставил ракетницы, и ага. Очень медленно перезаряжаются. А я больше, знаешь, такой таран, мэн. Капец, меня обстреливают вообще. Смотри, у чуваков тоже классные машинки. Я, честно говоря, не могу на них сейчас смотреть. Я пытаюсь стрелять по врагам. Мне больше нравится таранить. Ты чё не стреляешь? Давай ракету запускай, блин. Капец, я не понимаю, что происходит. Что ему не нравится? Это о! Слушай, а сколько у нас врагов? Где какая-то карта? А, вот карта есть, вижу. Они что это? Нам что нужно? Найти, уничтожить. Нам нужно найти что-то. Поехали, короче, на это, на карту. Вышка уничтожена плюс 40 секунд. Наверное, кто-то наш съездил. Давай, поехали. Зато не, погоди, вышка уже уничтожена. Повеселились. И что нам надо делать? Миссия завершится через 2 минуты. Окей, едем. Меня тут одного оставили. Чё, давай, едем. Так, нормально, еду за вами. А, головорезы атакуют! Стреляй, давай! Ой, да чувак там вообще один справляется, ну норм. Вышка уничтожена, плюс 40 секунд. Ага. А знаешь почему? Я понял, почему у меня не попадает. Потому что у меня ракетницы-то, они не могут поворачиваться вокруг своей оси. Они стреляют прямо, я думаю, что они в другую сторону стреляют? Так, ладно, я еду куда-то к вам. Где вы? Куда вы делись-то? Сейчас, спасите меня! Спасите меня! Не отпускаю! Там кто-то по вышке, да, стреляют? Я так понял. Вышка где-то вообще в другом месте. Да, головорез, что, да, держи! Удар! Отлично! Такие мусорные машинки катаются, что-то нам давай, пытаются стреляй. Предъявить. Чувак не может, походу, двигаться, нет, может. Бум. Все, я тут один остался. Ну, вроде у меня... Все, победа. Но это победа. Было просто, это было просто. Они в меня стреляли, у меня здоровье даже не убавлялось практически. Может быть, 1/5 убавилось здоровье. Получено очков репутации. У меня сейчас, знаешь, у меня сзади эти колоночки музыкальные. Да такие. Ты что, там бумбоксы, да? Да-да-да. Что там, руки вверх? Или под что? Музыку. Да. Ай-яй-яй, девчонка. Я нашла такую машину. Тачку. Да-да. Слушай, что, мы сейчас в гараж возвращаемся? Или, да, или мы сразу можем? А, так. И я думаю, можно сразу следующую искать. Давай. А там можно сложность как-то выставлять? Да, я думаю, что можно. Тут есть сложная защита мост. Вот. Отлично, давай. Ставим ее. Но как-то сейчас все-таки ПВЕ легче найти. Почему-то нам ПВП не ищет пока что. Но я думаю, мы это еще наверстаем. Мне важный момент. Мне надо одну ракетницу сейчас снять, видимо, будет. И поставить один пулемет, потому что я не могу. Я просто не могу стрелять. Сейчас быстренько это сделаем, надеюсь. А, ну давай тогда. Сейчас. Вот можете как раз посмотреть, как все, как этот крафт в деле работает. Бешеная пушка 76 мм или или пушка 88 мм. Так, я вот тоже думаю, наверное, как-то определить свои пушечки немножко по-другому. Совсем чуть-чуть. Вот это будет жесть. Охренеть. Это так, ладно, ракетницу бы еще одну поставить, вообще было бы супер. Не знаю, хватит у меня энергии или нет. Тут еще все упирается в энергию. То есть каждый генератор, каждая кабина имеет свою вместимость по энергии. Соответственно, тебе нужно подбирать оружие в соответствии с этим. А вот у меня, по-моему, не хватает на ракетницу. У меня не хватает уже энергии никакой. Угу. Да, не хватает, придется что-то другое поставить. Итак, ребятки, мы поставили просто из крайности в крайность. Первое задание у нас было легкое, а это у нас прям очень сложное. Вот, здесь нам нужно, по-моему, защищать. То есть вот эта вышка просто у нас стоит, вон они, рейдеры. Вон, поехали. Сержанты едут. Голубчики, сержантики мои. Идите сюда, всех накормлю свинцом. Опс, ой-ой-ой, они по мне стреляют.
Ну, конечно, они будут по мне стрелять. Обалдеть, меня сейчас убьют, у меня вообще осталось чуть-чуть хп, я уже горю. Уезжаю. Ты что, иди чинись. Я горю. А где чиниться-то, погоди. Ой, кстати, у меня невидимость есть, прикинь. Слушай, а как я могу починиться? А я без понятия, по-моему, ты можешь помереть, и у тебя там жизни есть. Мне кажется, у меня никаких жизней нет. Кстати, вот как я сейчас выглядел? Как ты выглядишь? Сногсшибательно. Да, сногсшибательно, отлично. Нет, просто я невидимость. С колонками. Не, я тебя вижу. Ну ладно. Так. Ой, по-моему, я по вышке по своей стреляю, господи. Я думаю, что от меня-то урон не будет. Вон они, вон они едут. Блин, почему? Я ничего не понимаю. Сейчас погуби, я вон занимаю позицию с высоты, буду стрелять с высоты. Давай, лучше нет красоты, чем стрелять с высоты. Так, навожу. Отлично, так, этого уничтожили. Еще там один, по-моему, есть. Я спускаюсь с горы прямо на чувака. Оу, ага, отлично. Защита успешна. Защита успешна, едем дальше, насколько я понимаю, к следующей вышке. А, да, да, едем. Слушай, как мне похилиться-то, ты мне скажи, друг мой сердечный. Без понятия, честно. Я горю, у меня в маршрутке огонь. Ну, знаешь, вот маршрутки — это один из самых опасных видов транспорта. Понятно. Спасибо, что предупредил хоть сейчас. Да. Ты как водитель должен это знать. Как водитель маршрутки? Да. Окей, ладно, я куда-нибудь сейчас зашкерюсь, чтобы хоть не умереть сразу. Потому что я в самом начале поставился под открытый огонь, и наши враги сейчас оказались намного сильнее, чем враги, которые были в прошлый раз. Соответственно, ага, я в них угрозы не увидел. Какие ребята опасные. Ах ты гад. Бум! Отлично, стреляй. А, он мне снес одну эту бусеницу, ты прикинь, падла. Охренеть, что там прям такое повреждение, да, у тебя? Да, у меня очень серьезное происходит повреждение. Я не знаю, что делать, танчить, что ли? Капец, один по мне стреляет, все, конец мне. У меня оставалось буквально там на два выстрела. Да, сержант идет проклятый. Чтоб тебя понизили, чтоб тебя трибуналу предали. Вернуться в бой. О, я могу вернуться в бой! Нифига себе, я не знал. Все, вернуться можешь, хорошо. Слушай, так это же я могу бесконечно респауниться, что ли, так получается? Ох ты, блин, по мне стреляют! Вы что творите? Так, бочечку я выкинул. Последок. Давай! Мои колонки! Блинский, блин! Мне отшибли чего-то там! Меня опять почти убили! А кто по мне там стрелял? Ой, вернулся. Вон танк прям стреляет какой-то по мне. Прям танк! Обалдеть! Нет ремкомплектов. Все, теперь я не могу вернуться в бой, то есть нужны ремонтные комплекты, чтобы можно было потом. Все, понятно. Блин, ну эти ребята достаточно тяжеленькие, да, я вот. Все, ну а получай, падла. Это ты поставил самую большую сложность, да? Да, я поставил вообще самую сложность. Блин, как же он живет-то, а, демон! Я его разобрал прям на винтики-шпунтики. Ну ладно, он уже ничего не сделает мне. Проблема в том, что моя пушка, она тоже стреляла только прямо практически. То есть она только чуть-чуть могла поворачиваться. Видимо, надо ставить какие-то... Нифига ты его снес. Да, видел. У него прям отлетела кабина. Слушай, он еще едет, продолжает, я не понял. Он там где, живой-то еще. Все. Таран просто дали. Да я вообще таран. Так. Дальше. Кстати, эту молотилку можно использовать. Причем довольно успешно. Если надо подобраться к ним поближе. На носу-то? Да. Это же, думаю, что мои пулеметы не так эффективны, как это молотилка. Ну давай попробуем прямо на таран. Вон, смотри, едет там прямо на тебя, едет, сержант. Давай на него. Надо ему колеса снести. Таран, негодяя! Ты конь! О, видел что? Я видел, что они вокруг тебя ездят, тебя обстреливают. И уже один пулемет тебе снесли. Давай, тарань его. Только колонки остались, смотри. Нет ремонт-комплектов, зараза. Вот так вот тут. Я смотри, у типа просто вот тоже. Классная машина такая. У того тоже, смотри, бумбоксы. Они еще все ставят, что ли, себе музыку? Да, классно. Ой-ой-ой. Его сейчас тоже, по-моему... Оглушило его. Его со всех сторон, смотри, он один остался. Нет, двое их осталось. Двое осталось. А где кто-то? Ну, мы-то не такие опытные ребята, конечно.
Нам тут вообще стоит, смотри, на месте. Все, разлетелся на кусочки. О, нет. Ой, чувак. Аким Глад. Кровяной Аким. Капец, его просто насилуют. Ну, он до последнего, конечно, держится. Разлетелся на бумбоксы просто. Слушай, ну, может быть, надо чуть поменьше сложность поставить? Да, и надо машину просто еще хорошую сделать. А вот. Есть повод, есть к чему стремиться. Надо понять саму вот эту механику. Допустим, вот эта пушка, она очень мощная, она с двух ударов разносит врага, но она неповоротливая абсолютно. Ну, значит, надо на мобильность как-то... Надо что-то такое, да, ставить, видимо, что крутится. А как понять, что крутится? Надо, надо экспериментировать. Короче говоря, с опытом все приходит. Да. У меня он минус 100 капелек ушло. У меня тоже, кстати. А что это такое? Это бензин, видать, на один день дается, возможно. Типа, знаешь, как суточная энергия. А думаешь? Ну, как вариант, да. У нас, у меня было 200, стало 90. Да, это, то есть мы вот самую легкую за 10 выиграли, и я поставил на 100 прямо. Вот, это типа, ну ладно, как бы твоя валюта, что ли, для участия, так что ли? Возможно, да. Ладно, ну, надо разбираться со всем этим. Так, я поставил среднюю сложность на сей раз. Я не успел поменять никакое оружие, поэтому я сейчас опять буду страдать с этой своей пушкой. Она называется какая бешеная пушка, или это 88, наверное, сколько миллиметров. Ну, тебя, я так посмотрю, на вид очень даже мобильный. Ну да, мобильный, но неповоротливый в плане стрельбы. Так, что мы сейчас, новая волна... А, мы просто врагов теперь, да, отражаем теперь? Блин, прикольно у тебя выглядит, такой трактор-газель. Трактор-газель. Трактор по совместительству «Газель». Защити! Защити! Тут нужно ждать. Вон они едут, касатики. Ехаем, ехаем. Где-то уже стрельба началась. Так. Я тогда, если что, буду тебя прикрывать. Давай, буду благодарен. У меня как-то машина, видать, по... по танковее будет. Так, вижу врага. Блин, зато ты быстрый, капец. На тебе! Я ехаю, ехаю. Я вон еще собираю здесь урожай. Там. Урожай. Сетокос просто. Сельский чёс. Дачный сезон. Ей. Ушки кросс-аут. Вон они, вон они едут. Вон едут. Надо лучше здесь тусовать. Если что, буду тебя прикрывать, там, знаешь, там. О, о, все, перезарядка идет, да, у тебя? Да, да, перезарядка. А интересно, вот. Я в тебя могу попасть? Ну, может, не надо. Ей, я не хочу экспериментировать. Просто интересно. Фактически ты по нему выстрелил, да? Ну, как бы да, я пытался. По союзнику тут попал. Но ты ему ничего не нанес, судя по всему. Он спрятался один. За кустами сидит. Давай, ехай, братиша. Где-то вот здесь вот за это... Да, все, защита успешно. Едем дальше. Или мы эту защищаем? Что, мы... Нет, мы дальше едем. Дальше едем. Мы едем дальше, да. Вау, дрифт. Тракторный дрифт у меня. Ты, кстати, мне кажется, можешь вообще задом ехать. Ты выстреливаешь пушкой и продаешь себе инерцию. Вот так, да? Предлагаешь. Я еще орел такой смачный сзади. Но никаких ассоциаций не должно быть, конечно, с фашистской Германией. Причем совершенно. Это из контры. Это из контры. Орел. На Денди играли когда? Ой, вон там трое едут. Так, сейчас я остановлюсь. Сейчас отсюда буду стрелять. Где? Я подъеду чуть позже. Мне надо, знаешь, заранее выезжать. Вы это начинаете без меня, я подъеду чуть позже. Так. Вражина, получи их. Че он живучий, а, гад? Ты уничтожен? Что произошло? По-моему, Леона выкинула. Вот судя по звукам, которые Skype издает сейчас. Алло. Алло, тебя выкинуло прямо из игры. Да, и тебя, да? Нет, я продолжаю здесь стойко защищать рубежи. Блин, а я вернуться-то могу? Мне кажется, что шансов нет у тебя. Ну, ё-моё! Я, блин, потратил 40 капелек. Ну-ка, реконнект не сообразили. Стреляй, блин! Давай! Перезарядка! Твою ж налево! Да как ты неубиваемый ты такой? Есть, все, готово.
Горлодер на меня нападает. Враг, враг с ником Горлодер. Сейчас я его на таран возьму, собаку. Иди сюда, адский комбайн сейчас тебе наваляет. О, я его вообще прям разнес в щепки. Слушай, это комбайн, он очень хороший. Его нельзя недооценивать. Угу. Сейчас я еще одного тарану. На, падла, сдохни. Бум. Давай, 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 давай. Сколько тебе там еще осталось, негодяюшка? Смотри, он вообще сделать ничего не может. Я просто его тараню сзади. Так. Ой-ой-ой. А, получается, еще одна вышка у нас вторая. Вторая защищена. Осталась еще одна третья вышка. Поехали, пацаны. Настрой осталось. Мы ездим по каким-то непонятным... Не знаю, депо. Железнодорожным здесь. Вагоны у нас. Бочки. Я в гараже тусую. Ты в гараже? Меня, главное, выкинуло, да, интернет? Ладно, фиг с ним. Но, блин, реконнекта нет. Вот это, конечно, обидно. Да, это плохо на самом деле. Так, вон еще один гейт. Ну-ка, иди сюда. Разворачивайся быстрее. Сейчас я его на таран возьму. На таран возьму. Бам! Что, мне деструктор какой-то, даже достижение тут что-то дали. Ох, и они нападают. Давай, комбайн. Все нормально, нормально, нормально. Они вообще такие живучие, капец. А у него осталось одно колесо и кабина, и все. И он до сих пор ездит, умудряется. Ох, напряженно. Ну, пацаны, хорошо, молодцы. Они, ух, сколько их здесь налетело. Вообще дофига. Сейчас я тебя... На, получи. Отлично. Помог в уничтожении. Горлодер, иди сюда. Сейчас я тебе без колеса его оставил. Стреляй. Ну. Обалдеть. А почему? Подожди, у меня что, кончились боеприпасы? Я вообще не могу стрелять. Вот такое может тоже быть, да. Прикинь, это же вообще подстава. А как я буду с ними сражаться-то? Только своим комбайном. Ну-ка давай. Иди на смертный бой. Горлодер проклятый, я его без колес оставил. Так тебе и надо, ирод. Во, все, отлично, на таран взял. Так, все, мастер тарана. Есть пикап мастер, я буду таран мастер. Все, по-моему, нет, один еще остался где-то там. Вон он, лежит, горит, не может двигаться, вражина. И это, похоже, что была победа. Так, ничего не происходит. Что происходит? Я не понимаю. А, еще кто-то, еще какие-то враги. Господи, так они еще тут... О, вообще жестокий танк какой-то появился, сейчас меня взорвет! Нет, пацаны, защищайте! Жестянщик. Видимо, какой-то типа босс появляется под конец. Я не могу по нему стрелять, но я могу взять его на таран, собаку. Давай, все, отлично. Все, мы победили. Мне дали достижение медалист. Заработать 10 любых каких-то наклеек. Репутации дали немножечко, 700. Все, я возвращаюсь к тебе в гараж. Угу. Бум! Смотри, какие у меня орлы прямо вот орлы. Орлы очень крутые, кстати. Очень крутые. Черненькие такие. Типа крылышки такие. Прям. Крылышки. Как, знаешь, ты как Гермес какой-то, знаешь, у него такие там. Да-да-да. Ботиночки с крылышками были. Жалко, сабы не прибавляют ускорение, так вот, если подумать. Просто какой-нибудь музончик был бы прикольный. Да-да-да. Оглушать противника рыпаком. Эй, не надо мне бочки кидать, ты чё? Что творишь? Но она на меня не сработала. Я прям, знаешь, так. Ну, я не взорвался. Она должна была взорваться или как? Ну да, она должна. Если бы ты был врагом, то она бы взорвалась. Было бы неприятно. Вообще, мне кажется, ее надо спереди где-то весить. Так, ко мне вон там уже едут. Так, ага, понял. Ехаем. Вот, я поставил, кстати, другие пушки, и, соответственно, у меня теперь радиус поражения увеличился. Я уже могу стрелять по бокам немножко. Угу, так, вот я еду. Ой-ой-ой-ой. На тебе. А-а-а, как я хорошо. Так, тихо. Ты гад, а? Ой-ой-ой, прости про тебя. Ну, видел, как я в него котлетки закидил? Перевернулся. Видел. Все, отлично. Так, ладно. Ну, падла, горлодер! Не продерешь ты мое горло! Офигеть! Сабину мне снес, засранец! А мне снесли
мне снесли очень крутые копья с черепом, которые должны были наводить ужас и страх на противника. А они от испуга, наверное, по ним и стреляли. Типа, погоди, мы куда поехали с тобой? Я не знаю, так вот. У тебя почему-то вокруг твоей машины какие-то, то ли электрические какие-то разряды, то ли что-то, какие-то, не знаю, наверное, что-то накосячил. Сверкание какое-то, мерцание непонятное. Это может быть ребята, какой-то волшебный автомобиль у тебя, я не знаю. Такое чувство, как будто у меня, ну, типа, знаешь, потихоньку кончаются батарейки или что-то в таком духе. Мне кажется, судя по этим чрезмерным электрическим разрядам, у тебя, наоборот, слишком много энергии. Или наоборот, да, много. Во, едут. Ой-ой-ой, едут, едут, едут. Погоди, 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 не стреляй туда. Помощник мне дали помощь. Так, я пошел на таран. Офигеть. Где вы там спрячетесь? Ах вы собаки! На таран тебе! Сработало, слушай. Хорошо. Так, где у нас еще засранцы? Вон еще. Ой, сколько едут! Ой, сколько едут! Где? Ну там же, смотри на карте. По левой, да, стороне? Ага. Ага, все. Ехаем так. Ну вот этого разбирайте, товарищи. Отлично, разобрали на запчасти. А вот этого я принимаю. Так, я за этим поехал на таран. Я люблю таранить. Мне даже помощника дали. Так. Блин, не взрывается. Они взрываются на бочках. Да что ж такое-то? Я что, просто так? Надо, короче, его вперед повернуть, мне кажется, эту бочку, чтобы от нее больше толку было. А вот, подорвался все-таки, смотри-ка. Отлично! Мой Оптимус Прайм покажет, кто здесь хозяин. Камазиус Прайм скорее. Камазиус Прайм, да. Так, едем дальше. Вот нам показывают, видимо, светлый такой путь на карте. Угу, так, показывает, сейчас. Что надо ехать вперед. Развернулись. Вообще можно даже прям ускорители ставить. Что-то было там такое, ускорители какие-то, типа нитроускорения, да, чтобы можно было резко стартануть. Я вот хочу посмотреть на вот эту вот чудо-юдину у чувака. Ну, вообще, так, а вы где все? Вы едете, нет? Да. А, вон она вышка, я проехал ее, понятно. Я вот, знаешь, думаю, что здесь у игры немножко не хватает вот пушки, когда ставишь по бокам, чтобы их можно было отразить, модельку отразить, чтобы было симметрично. Да, потому что вот смотри, вот на соседнего, да, чувачка вот сейчас рядом с мной, который... Слушай, у нас там враги едут, я боюсь, что я не смогу сильно смотреть на его дизайн. Вот я вот... Так, я поехал на таран. Опа, и... Давай, падла, кто кого! Дробитель! Сейчас я выдроблю твои зубы! Так, отлично. Нормально. Так. Жесткий стиль игры здесь дает свои преимущества. Конечно. Блин, ну этого чувачка мне прям нравится. У него такие пулеметы серьезные. Он в кустах спрятался! Я тебя в кустах найду, падла! Внимание, появился босс! Ой-о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 й! Я застрял в кустах, этот чел не хочет умирать. Я не могу выехать отсюда. Ну-ка, выезжай, выезжай, выезжай. Все, я отлично. Я просто выбрасываю бочки. Ты давай в босса выбрасывай бочки. Мочить, взрывать. Я захожу сзади. Где я сейчас босс? Их сзади, смотри. Они потеряли бдительность, я сейчас тут дрифтану как. Хорошо, так. Так, получайте бочки. Я не столько стреляю, сколько... Бам! Таранить и бочками разбрасываться. Стреляй. Ах, у меня снесли мои ракетницы. Соответственно, я не смогу ими пользоваться. Я вот тебя прикрываю немножко. Видишь, тебя там обходят со всех сторон. Я сейчас его на таран возьму. Опс, я взял на таран дерево. Это не та цель. Да будешь дерево сейчас, древесину, пойдем. Точно. Дом построим. Да зараза, я тебе сейчас выбью эти гусеницы. На! Все. Гори в аду, горлодер! Капец. Бум, все, отлично. Ой, он... Так, а у вас там что происходит? Мы тут, короче, с одним стрелялись, и мы друг другу гусеницы выбили, и теперь да стоим так эти. Слушай, там босс где-то должен появиться. А, все, да, отлично. Победа. С ума сойти. Победа! Ой, ну эмоциональная весьма такая битва. Они еще прут из всех щелей. Вообще. Негодяи. Вот, ну, в принципе, я думаю, что на этом можно завершать нашу такую... Эпопею, я бы сказал даже. Да, вот даже как-то так. И, в принципе, все, ребятки. Ставьте лайки обязательно,
Подписывайтесь на каналчик, в описании все есть. Ну и всем удачки, всем тортик. Покеда!